Бронзовый призер Олимпийских игр в Сочи. В одиночном фигурном катании Денис Тен завоевал золото на чемпионате четырех континентов. По итогам проката в короткой и произвольной программе казахстанский спортсмен набрал 289 из 46 балла. Он обошел спортсменов из Америки, Азии, Африки, Океании и Австралии. Чемпионат четырех континентов проходит в Сеуле и продлится до воскресенья.